друзья, вот она, фацелия, которую я хочу посеять на вспаханное поле. Посмотрим, как она себя покажет, как земелька будет. Вот на этот кусочек. Здесь у нас была клубника, и здесь вот пустая. Здесь я ее посею. Вот. Пока земля влажная, сейчас мы посеем. Где уж насыпала, там насыпала. Так, мы в кармане приехали. А не сушка есть у вас? Да, ну, смотри, комбикорм или... Ну да, вот это курочкам, чтобы нестись. Вот это, да, подсыпать. Ну, да. Примачивает только. Примачивать надо, да? Да. Они лучше едят. Ага. Лучше. А какой вкус вам? Куриный, с печенью, мясной? Ну, давайте мясной, что ли. Там... Мне кажется, ну, можно, он же если по одной цене, так по горсточке того-того кинуть. Да. Так, корма, стоимость. Смотрите, азот 450, пшеница 560, пшеница уже подорожала. Ну, разный рост. Сушка 550, кукуруза 540. Вот это вот, для кого идет? Да, как универсальная. Как универсальная? Да. Там чисто кормосмесь, пшеница, кукуруза, ячмень. Просто прицел. Люцерна 680. Ладно, будем пробовать вот эту примачивать, значит. Не сильно, чтобы пыль прибита. Ага, немножко как бы кашицы, да, такой? Да, да.
что-то они не несут там. Плохо нести стали. 15 куриц. Давайте в день. А возраст какой у них? Ну, в прошлом году брала я их. А-а-а. Минорочек брала. Они так хорошо несли. В прошлом году из 10, 9 их было. Нынешнее лето ничего не хотят. А эти пробовали, они сушки, добавки? Я как-то первый год пробовала, но что-то не знаю. Мне кажется, никакой разницы не было. Не, ну сразу, конечно, результаты не будет. Да. Попробуйте. Ну, я вот эту взяла, вот попробую. Что там, ну, там чистая рыбная мука. Ну, а здесь все витамины, все это. 90 рублей пакетик, красный мешок вам вот этого. Не, пока не буду. Сейчас вот это, чтобы все вместе не намешивать, если с этого ничего не это, то уж тогда будем что-то думать. Вроде и траву им кидаем, и всякие там арбузы, бени. Вот уже полурационы, пока один. Вот такой. Угу. Это уже для несушки после 4 месяцев. Да? Да. А ну сколько там килограмм мешки? Вот. Вот такой есть, тоже пока 30, один. Да? Вот такой. Нанести трубки. Так этикет был отдельно, это уже заслужено. Угу. Тремя видами. Какой ассортимент у нас? О, баски. Это в пятерочке вот цены. Так-то у меня сейчас время есть, погулять могу. Всякие приправы, кетчупы, вот эти цены. Вот. Это что? Палочки для салата крабовые, 103 рубля. Дорогие, кстати, это 179, рыба, оригинальное филе, 172. О, не замораться бы. Селедочка. Рыбка. Так, пиво у нас тут всякое разное. Цены на пиво видели? Сейчас я вам покажу еще цены на пиво. Так, здесь у нас компотики. Огурушка. Рис. Макароны. Сейчас покажу пиво, какое есть тут по скидке. Есть у вас такие? Так, вот скидка. Балтика 42. Темная 49. Вот, смотрите. 25 рублей. Чешская. А это нет. И вот еще какой-то 25 рублей. Адыгейское пиво. 25 рублей. 32 рубля мельник. И все вот так вот. Можно баловать мужа пивом иногда. Бумага туалетная, всякая разная. По скидке была какая-то. Салфетки. Красная цена. Вот у нас в Ангарске, например, не было пятерочки, и поэтому мы не знаем, что такое пятерочка. Здесь только узнали. Не знаю, есть она в Иркутске или нет, но в Ангарске ее не было. Это детский отдел. Кофе идет, конфеты. Здесь цена за 100 грамм. Ну и просторы, скидка. Кофе пицца 29. Это Яшкино. Ну, у меня сын против Яшкино всегда. Говорит, что там пальмовое масло.
рыбные консервы вот такие. Интересует вас, смотрите. Шпроты. Что это, я не понял. Шпроты 19, что ли? А, это паштет, паштет. Вот шпроты. Шпроты 78, а паштет 19. А здесь 89. Так, какая заморозка у нас есть вот? По 99 Global 24. Здесь тоже продают замороженные ягоды, замороженные брокколи, все такое. Фарш замороженный, тушка утенка. Так, рыбные филе, горбуши 259, кек 314, филе повар. Креветки. Такая молочка продается в Пятерочке здесь. Это вот местные производители. Кореновская, Маяковская. Он красная цена, не знаю. Кефир всякий. Молоко также в этих пластмассовых бутылках. Но мы берем такое вот, в основном Кореновская. Сметана 91, 84. Творог 9%. Такой 22 эти творожные сырки. Вот такие берем кореновские творожные сырки. Эти очень вкусные. Но нужно смотреть срок годности. У них короткий срок годности. В основном приблизительно 21 день. Ну, то есть 3 недели. И их нужно смотреть обязательно, чтобы они были по 22 рубля с разными вкусами. Нам очень нравится. Я беру. Так, какие сыры вот здесь? И цена за 100 грамм. Майонезы. Вот такие у нас здесь виды майонезов. Так, вязанка. Сосиски разные. Колбаски тоже докторские, всякие-всякие. Вот такое стародворье, вязанка, такие копчености, 100 грамм есть чистые. Колбаски здесь пошли. Спиртное продается только с 11 часов. Это здесь правило местное на Кубани. И у них бывают скидки. Скидки бывают на пиво. Вот, пожалуйста, 25 рублей. Хотя в другой день недели оно, например, стоило где-то 40 с чем-то. 58. О, даже 58, видите? То есть можно по скидке брать недорогое пиво. Чешское тоже стоило 58. Сейчас 25. 26, пожалуйста. Ну, 26, пусть 26, да. Взял, хватит. Хватит, конечно. На неделю папе хватит пивка. Ну, спиртное тоже у них бывает. Здесь скидки хорошие. Поэтому сюда мы не часто заглядываем. Я сегодня делаю лапшу домашнюю. От индюка взяли, ну, косточки с мясом, сварила. И наделаем лапшички домашние. Я вот так вот мелко режу тесто, раскатываю его. И мелконько вот так вот режу. Лапшичку домашнюю сварю. Пойдем с папочкой кушать. Видите, какая лапшичка получилась. Сейчас я еще, конечно, нарежу. Этого мало. У меня еще есть тесто.
Уложила на салфеточку, чтобы дышала. Ну, салфеточка на доске лежит. Вот так вот. Пусть дышит, пока супчик. Картошечка варится. Сейчас картошечка доварится, и я спущу уже лапшичку. Вот такая лапшичка у меня получилась. Индюк, домашняя лапша, картошечка, укропчик, лук. Всем приятного аппетита!